Соревнования по казахской национальной борьбе прошли в Аксу. Сильнейшие палуаны со всего района сразились на ковре за пояс Аксу Барысы и право представлять города уже в областном турнире. Подробнее в следующем сюжете. Организатором турнира выступил отдел физической культуры и спорта города Аксу. Соревнования, приуроченные к 160-летию Иманджусупа Кутпан-Оле, проходили в весовой категории плюс 90 кг. Аким города Нуруан Дюсюмбинов на церемонии открытия поздравил спортсменов и болельщиков с этим праздником. После официальной части состоялась жеребьевка, под каким номером будут выступать борцы. Выходили на ковер они в казахском национальном чапане. Все палуаны опытные, преодолевшие не одну схватку, чтобы попасть в районный этап. Приехали 14 бойцов со всех районов. Лучшие пройдут на областной этап в мае, затем на республиканский. Подготовка у пауланов отличная. Участвует также и шестикратный победитель Аксу Барысы. Он в хорошей форме и один из фаворитов. Все борцы – кандидаты и мастера спорта по казак-курисы. Посмотреть на захватывающее зрелище пришли как дети, так и взрослые. Один из них – Заумухан Арынов, почетный житель города. По его мнению, такие соревнования очень важны и делают популярным национальные виды спорта среди молодежи. Всегда с гордостью вспоминаем и принимаем поздравления, что наши юные спортсмены по всем видам спорта всегда занимают призовые места, становятся чемпионами области и республики. Это еще раз нас радует. Мы с гордостью вспоминаем. Спасибо руководству города, акиму, всегда уделяющему большое внимание на развитие спорта, особенно национальный вид спорта. Чемпионом в абсолютной весовой категории стал Амри Багустар. Он награжден поясом Аксу Барысы 2023. Призеры награждены медалями, грамотами и специальными призами. Также палуаны прошли на областной этап Павлодар-Барысы. Ермек Сапаров, Юрий Белевский, Ертыс Акпарат из города Аксу.